Эльдарчик вчера писал цифры 6 и 7. Помнишь, ты обводил шестерочки и семерочки? А теперь смотри, какие цифры у нас. 8, да? И 9. Я попробовала дойти. Здесь у нас нарисовано 8 яблочек. Да, 8 яблочек и 8 точечек. Обводи по стрелочке. Вот так. Давай. Первую надо тебе. Вниз, вниз. Нет, нет, не так. Куда стрелочка показывает? Вниз. Вот такая у меня типа. Ты спешишь, не спеши, зайка. Вот. Теперь отсюда начинаем. Ведем по стрелочке. Мама, давай я сам. Давай. Теперь по стрелочке вниз. Сам веди медленно. Что у тебя получилось? Цифра 8. Цифра 8. Теперь здесь веди. Уже без стрелочек, да? Давай, веди, сыночек. Вот, начинай отсюда. Так, теперь вниз. Вниз, вниз, не сюда. Угу, сюда. Вот, молодец, какая восьмерочка. И последняя восьмерочка, да? Отсюда начинай, вот отсюда. Ведешь, ведешь и вниз. Не, не отсюда мы начинаем. Откуда мы начинаем? Вот отсюда. Ведем, ведем, ведем. Да. Вниз, вниз, вниз. Ведем, 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 ведем. Ой, какая красивая восьмерочка. Я попробую дойти вот. До девяточки? Да. Давай. Чудесная восьмерочка. Я хочу. Теперь 9. Здесь у нас 9 клубничек. Смотри. 9 клубничек и 9 точечек. Давай, начинай от этой точечки и веди по стрелочке. Веди, веди, вверх, веди, вверх, вверх, вверх. А теперь вниз. Вот так, палочку. Давай тебе помогу еще. Смотри, ведем по стрелочке, да? По беленькой обводим. Вот вверх. А потом вниз. Что получилось? 8. Что получилось? 8. Здесь 8, а здесь? 9. Теперь эту девяточку вот из этой точки начинай и веди. Уже без стрелочек, да? Так, вверх. А теперь вниз палочку. Молодец, сынок. Ты сам написал девяточку. Да. Она такая хорошая. Да, теперь эту девяточку из этой точки веди по кругу. Палочку вниз. Хорошо, я вниз. Самая красивая девяточка в мире. Молодец. Я горжусь. И я тобой горжусь, зайка.